Доброе утро, друзья! А вот и новая серия на YouTube-канале Дальнобой 2001. Ну что, заждались? Что хочу сказать? Нахожусь сейчас в Ульяновске. У меня тут на время на час вперед. Местное 11 часов, а у меня 10 утра. Что хочу сказать? Вчера в 11 часов приехал сюда на выгрузку. Первый раз я здесь. Охранник меня встретил, говорит, тут паркуйся. И все, говорит, ложись спать. Он там еще легковая проскочит. Говорит, ложись спать. Утром тебя разбудят. Ну, я думаю, да ладно, будильник ставить не буду. Ложись спать, просыпаюсь сам по себе по местному в 11. Ко мне никто не подходил. Иду, уже охранная смена поменялась. Говорит, что там меня никто не будил. А вы стекло привезли? Ну, вон туда вам с документами. И погнал их с документами туда. И их принимают, мне говорят. Ну, заезжай. Я говорю, а что, вы не подходите по утрам? Ну, да, с 8 работаем, если что, подходи сам в следующий раз. Я говорю, ну, ладно, буду знать. Видите, охранник мне немножко дезинформацию дал. Я говорю, ну, ладно, раз так, так, пускай будет. Все равно у меня пока загрузки нет, тишина, у меня после обеда что-нибудь всплывет. Поэтому все окей. Ничего страшного, зато выспались без будильника. Сейчас нам по кругу это здание надо объехать. И все, пока вот тут мелкие движения. Сеточку я снял вам, чтобы видно было, не рябило в глаза. Да, немножко это неудобно, но с одной стороны хорошо. Точно знаешь, что в 8 утра тебя выгрузят. Так что сейчас выгрузимся. Кстати, стекло у нас без тарка. Вот это без упаковки. Так, друзья, ну что, вот я пока что тут ехал, позвонил мне логист, говорит, Ярослав, сегодня, короче, тут в Ульяновске тишина, давай на завтра будет загрузка. Я говорю, ну, ладно, как видите, не зря мы выспались. Я говорю, сегодня тусим в Ульяновске. И знаете, куда нам загонять машину? Я так понял, вот эти вот ворота, про которые я уже наслышал, не впервые, что здесь очень ломается машина у нас. Ну, я имею в виду этот под искос немножечко. И бьются стекла. Не видите, узенькие. Не знаю. Помните другана моего Влада? Он говорит, я им заранее показываю стекло перед тем, как туда загонять. Потому что оно лопается. Тут на месте подламываешь. Сейчас посмотрим. Пойдем ворота откроем. Что у нас вообще целое оно изначально или нет. Так, вот проверяем стекло перед заездом. Не, смотрите сами, пацаны. На первый взгляд, короче, все целое. На первый взгляд, да. Я ничего не вижу. Заодно проверим сейчас. Ну, у меня стекло, видите, хорошее, уложено, все ровненько. Не, это... понимаешь, тут один вообще говорит, оно, блядь, говорит, это, блядь, еще неровно. Но это борское плохо, стекло. Да. Борское так привозит. Там складывают плохо. А тут сейчас все отлично. Так, вроде все целое. Ну да. Дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Нарекали тебя накормленные бредом, ай-яй-яй-яй, ты на сон грядущий, педалами любима, так и знаю. Стекло целое, короче, со своей задачей я справился, спасибо профессиональным грузчикам, которые мне его сложили, закрепили, все окей, все целое. Пойдем пока в машину, заполним документы. Позвонил мне логист, порадовал, говорит, пустой, еду я. В бор грузиться. А знаете, почему порадовал? Потому что надо собирать эти тяжеления на пирамиде, я их закреплю, а в бору их заберут. Красота, вот это красота.
Ну и сбора на Калугу. А там в пятницу выгружусь, и в субботу намечается мероприятие. Помните моего друга Мишаню, рыбака? В общем, все. Парень уже взрослый. Свадьба. Представьте себе. Женится. Короче, будем участвовать в этом всем мероприятии. Ох, гулянка намечается. Так что давайте все связываем, чтобы не упало. И погнали. Документы уже отдали. Друзья, все бы выгрузки так по красоте проходили. Вот это плюс соточка к настроению. Намыли. И поехали дальше. Ульяновску привет. Все, погасили немножечко в Ульяновске. Выдвинули сейчас в сторону Цивильска. Кстати, друзья, вчера ехал по этой дороге. Вообще отличная дорога. Мне понравилось. Я вообще очень быстро доехал до отсюда. Я был удивлен. Вчера мне с потоком повезло. Вообще движухи не было. Надеюсь, сейчас мне тоже до Нижнего так повезет долететь. Сегодня, может, увидимся с Денисом. Друганом моим, блин, давно уже не виделись, Денис. Мчу-мчу на всех парах. Как раз у нас времечко будет увидеться. Так что такие пироги, братва. Ничего, едем, видите, у нас какой лайтовый рейс получился. По красоте. Это, кстати, грамоту я вам не показал за участие в этих драгонках. Она, видите, что-то подгреметь начала, хотя не гремела. Походу, утенок там сдвинулся, плохо держит, расслабился. Ладно, поперли. Еду, а тут обалдеть. Вот, не знаю, момент, как начал снимать, пропали. Растут ромашки, просто прям, не знаю, завались. Я не удержался, тоже нарвал. Конечно, в пакетик с водой. Аромат в машине бомба. Короче, еду, подгоню. Сейчас и довезу до Нижнего. Денис, он, может, девушке своей подарит. Короче, этот, не знаю, не смог сдержаться, нарвал. Надеюсь, теперь довезу такую красоту. Но у нас там я не наблюдал. Так, друзья, ну что, ромашки вроде держатся еще. Смотрите, как груз ему загрузили неравномерно на правый борт. Криво так идет он. Или менее еще расслаблен. Не камильфо. Так, Андрей его позвал. А, уже тут, уже Цивильск, что будет. Все, нам уже тут ерунда осталась. У нас, в принципе, еще будет место его погнать. Я думаю, обойдем. Потому что на кругу мы еще за ним будем зависнем груженным. Машина не новая, не резкая. Скамеечка старенькая. Что это такое-то? Завод. Газоблоки, короче. Так, смотрите-ка, будет он сопротивляться нас, загонять на сплошную? Как вы думаете? Да, сопротивляется, друзья, представьте. Видит, что кончил с дорогой и держит. Ну, что с таких взять? Ничего. Ладно, поехали. Так, друзья, ну вот мы уже по семерке едем. Ну что у нас вот Чебоксары придерживают. Всем, кто из Чебоксар, пламенный привет. Короче, пробочка ремонтная. Навигатор говорит, минут 40, мы уже 20 оттолкались. Я думаю, после светофора должны поехать. Ох, ох, ох. Ну это еще не час пик. Час пик через час будет. Сейчас только фуры практически. Сделали бы уже что-нибудь объездную какую-нибудь чебоксарскую пошире. Чтобы не касаться этих светофоров. И будет вообще красота. Так, друзья, вот и заехали мы в Нижегородскую область. Всем, кто с Нижнего и области, пламенный привет. Леха Лыскова. Салам алейкум. Че там, где катишь? Солнышко лупит, 24 градуса. Короче, красота. Да и только зеленая травка. Смотрите, ромашки держатся спокойно еще. Так что красотень. Сейчас примчим. Еще часика два нам где-то до Нижнего. 2,5. Друзья, что вам хочу еще рассказать. В общем и целом, стоял на стоянке с открытыми окнами. Пыль на стоянку с позаулки. Пыль налетела и через сетку. Вот сейчас на солнце еду, только увидел. Короче, надо намывать, начищать уже по новой панель.
Не знаю, камера вам, наверное, не передаст. В общем, найдем время, сделаем. Ох, в машине аромат вообще. Красота, ромашечки держатся, держатся. Сейчас меня Денис встретит. Где-нибудь там на автозаводе. Припаркуемся, найдем местечко хорошее. Ну как найдем, уже знаю, где стою там постоянно. Встанем, и будет по красоте. Так, друзья, ну что у нас тут? Знаете, кто под меня лезет там? Волжанка такая, 21-я. Пропустим ее. Вам подсниму. Так бы не пускал. Красотка. Вообще в идеале. Вообще сначала такое хотел место Запорожца. Ну, блин, он в таком состоянии там 1400 стоит, короче. И то там уже не в родной краске свежепокрашенная. А это с виду как будто родная краска. Хотя не знаю, уже тут. Я в этом не сильно, конечно, разбираюсь. Может просто наполировано так. Так, друзья, еду сейчас по району автозавод. Что вам хочу сказать? Блин, Нижний Новгород — это один из тех городов, который мне так нравится. Честно говоря, я обжил бы даже в этом городе. Конечно, прямо 2 километра. Пока не знаю, в каком бы районе. Не знаю, мне как-то он нравится. Все здесь есть, в принципе. Большой город, расположение удобное. Говорит, ветреный он, на холмах весь. Ну, мне центр нравится, чем-то напоминает Питер. Своей инфраструктурой. Я имею в виду в самом центре только. Дальше нет. Так, что у нас тут? Прямая. Так, друзья, ну что, Дениска меня встретил. Держи, Денис, твои цветы. Все, как и просил. Короче, друзья, все, сейчас намываться. Что-нибудь заготовим. Лимонад. Покушаем и утром работать. Денис тоже в 5 утра. Короче, такие пироги. Сегодня у нас танковые бои на компьютере. Там, короче, у нас горнолыжная база. Вон там, да? Да, там в горки прыгают всякие отмороженные типы. Вот. Река, ока. Это автозавод же считается, да? Это автозавод, да. Вот это вот частный сектор, тут до какой-то линии идут дома жилые, ну вот до третьей линии, а потом уже идут дачные участки. Вот это все дачные участки. Не, там жилой комплекс торпеда расстраивается. Чуть подальше тоже торпеда. Короче, там Манчага, кайф. Юшка, торговый центр Март. Вот. Представьте, каждый закат вот такой вот. А там река протекает. Так что нахуй. Ладно, друзья, чуть отдохнем и завтра в путь. Так, друзья, вот и доброе утро. В общем, пришли все на стояночку за машинкой. Денис со мной. Денис сейчас поедет на работу. Довезу его как раз по пути. Значит, вот так вот, видите, все под охраной. Все как надо. Запускаемся и поехали в путь. Жара намечается в Нижнем. Так, друзья, все. Довезли мы Дениску до работы. Все, Денис, давай на связи. Давай. Че, уже соскучился, блин? Сколько я в него в Нижнем Новгороде? Месяца 2. Ну, так что надо поскорее сюда, почаще. Давай, че, аккуратнее. Давай, брат, звони. Все, созвонимся. Давай, напишешь, берешь, когда позвонишь. Давай. Давай, аккуратнее. Все, ничего не забывай. Давай. Вот как раз тут красный светофор, поехали. Все, и пробки рассосались как раз сейчас на загрузочку за полчасика долетим. Вот такой вот, это вот автозавод, район Монастырка. Тут, видите, промышленности много. Всякие склады, заводики. Ладно, сейчас через Комсомолку, наверное, полетим. Так, друзья, ну что, мы уже на Борском заводе. Все окей. Зарегистрировался, сейчас она у меня прогазуется. У нас вообще кайф, представьте. Даже не надо будет пирамиды собирать. Так, ключи я держу, чтобы не гремели. Сейчас ждем, как она отгазуется. Едем туда, сдаем вот эти вот
гигантские бестарочные пирамиды. И все, и нам просто на пол ставят ящики. Мы их стягиваем. И топ-топ-топ в Калугу. Вообще кайф. Так, все, братва, заехали. В общем, грузчики довольны. Говорят, о, собраны пирамиды, как с трассом. Грузить вот мои ящички. Джук-джук. Вот сюда еще выставит без пирамид. И кайф. Все, вскрываемся. Так, друзья, ну что, практически половина у нас загружена. По одному ящику приводит. Ставят. В общем, так утягиваем их. Ну, удобно. Тут раз загрузили, затянул. Загрузили, затянул. Ждал просто после обеда, ребят. Время уже 12. Ну, ничего. Сейчас загрузится, помчим. Также, друзья, передаю пламенный привет Саше и Валерии Смирновым, двум братьям. Спасибо, что смотрите, мои преданные фанаты. Ни один ролик не пропускает с Нижнего Новгорода. Салют вам, друзья. А я уже практически загружен. Так, все, друзья. Загрузили. Выдвигаемся за документами. Время такое обеденное, надеюсь, успеем. Точнее, не сбежали на обед наши девушки дорогие. Кстати, открыв для себя, там коллега подсказал, говорит, лобовое, чтобы мошки даже тереть не надо, антижиром шикаешь такой, который для плиты есть, для вот этих вот плит керамических, электрических. Сейчас выйдем из помещения, щеткой мы смоем химию. Так, подламываем сразу, сходу. Я чуть Ниву подставил, не было ее, прежде чем так ехать, я проверял. Так, сейчас смоем сразу, пока не высохло на солнце. И все, чистота отмылась. Кайф. Так, давай потихонечку назад. Ломаем. Все, друзья, документы напечатали. Смотрите, правда, на желтой бумаге, но ничего страшного. Погнали на выезд. Пока-пока. Спасибо этому заводу за оперативность. И сейчас вот сюда. Да, с этими ящиками хоть и 19 тонн, но чувствуются они. Тык. Пойдем к охране. Сдадим пропуск. Так, кондей по минимуму. Погнали. Так, ну все, до свидания. Ждем, когда откроется шлагбаум. Все, кайф. Поехали. Смотрите, какой рюкзачок, диски у него интересные. Классные диски. Так, смотрите-ка, мы и тут зеленую волну ловим, вы представьте себе. Так, друзья, сейчас интересно будет. Вот по Борскому мосту, кстати, проехал, смотрите, какая красота. А, что-то ребята не работают, хотя там на островке есть гаишник. Посмотрим, понравимся мы ему, нет. Так, тут я не помню, а, рекомендация 50, ну, конечно, 60 можно. На той стороне он пятнашку с тонировкой бомбят. Ладно, короче, поедем сейчас до Лашманова. Влад мне рассказал, говорит, там кухня есть хорошая, типа кормят нормально, порции. Хочу покушать там. И, в принципе, заедем еще в Витотрак. Помните табличку, вы мне спрашиваете, почему нет? Она перегорела. Вот хочу заехать, что-нибудь там посмотреть, переделать, сделать, может быть, новую. Узнавали меня ребята, не путали, а то путают часто, скидывают фотки, думают, это я у них в городе, а это не я. А так по табличке сразу понятно будет. Так, ребята, едем прямо на гаишника, вообще стоит на выезде с Нижнего. Сейчас интересно, а он кого-то взял, не дождался он меня.
еще одумается. Нет, все, он увлечен. Так бы он был свободен, мне интересно было посмотреть, тормознул бы у меня, нет. У нас еще один будет на Дзержинском пост. Там тоже посмотрим. Ну, на весы транспортники, ну там их вообще редко они бывают. Так, друзья, ну что, в Талашманово, кафе Ермак, пойдем заценим. Так, друзья, все, борщ на месте. Башкирии, привет, смотрите, какой лимонад тут урвал. На второе макарошки с котлеткой. 360 рублей и по 80 рублей лимонад. Так, друзья, это уже по-киевски. Приятного аппетита и всем, кто кушает. Так, друзья, ну что, 5 из 5. Вкусно еще. Еще мне порадовало, то, что лимонад здесь, шахан есть. Вообще в кайф. Не ожидал его встретить. Все, так что упаковываемся и поехали дальше. Имейте в виду, тут не достойно. Что, заезжаем мы в Владимирскую область. Такая вот нас Стелла встречает. Всем привет с Владимирской области, кто есть. В общем, качусь. Время уже без 15:03. Погодка 31, представьте себе, 31 в этих краях, жара. Поток, конечно, прет из фур, легковых нет на Москву. Фуры прут. Так, друзья, вот мы уже где-то трак подкатили. Пойдем дойдем до девчонок, узнаем, есть тут мастер, нет, по этим табличкам. Так, все, друзья, в общем, мастер на месте, уже я отдал табличку. Ее делают. Также оставил пахучечки. Здесь, кто днем едет, заезжайте. Можете взять. И будет вообще красота. Короче, пойдем, сейчас покажу, как ее ремонтируют. Сейчас у нас будет как новенькая. Короче, лента перегорела. Сейчас переделаю на 12 вольт. И провод подлиннее, чтобы можно было, если что, в легковую ее пихнуть. А для чего? Для кого? Попозже вам расскажу. Ну все, друзья, возвращение таблички. Все теперь на своих местах. Красота. Поехали дальше. Так, все, друзья, тут на выезде уже по объездной Владимира у нас. Дозаправка мочевины. 50 литров сейчас капнем. И поедем дальше. Прям все так рассчитано, имейте в виду, по Е100 тут можно заправить. Вообще без проблем. Вот, друзья, еду, обратил внимание, передо мной ехал 41-й регион. Камчатка, представьте сюда, микроавтобус. Вблизи не подснял вам. Кстати, мне подписчик есть там с Камчатки. Наклейку наклеила, машина недавно присылала мне на 41-м регионе. Пламенный привет тебе. Друзья, смотрите, что в области творится из-за ремонта. Там вообще собрание конкретное. На часок точно, видите, как тянется. Надеюсь, меня там ничего такого приключения не ждет. По навигатору пока тишина. Так, друзья, ну что тут подлатали в покрове, но все равно все растаяло. Как-то узковатенько здесь. Оба. Узковатенько. Видно по этим отбойникам. Там ехал первый светофор, где мы все исцарапаны. Кто-то там, короче, не пролез. Плотненькое движение. Ну ничего, мы уже на финишной. Сейчас покров раскочим. Дальше точно никаких преград. И красота нас там. Сюрприз ждет. Сейчас я вам все расскажу, покажу. А вот и все, друзья. Вот она, Малая Дубна, уже раскрутился я. Сейчас заезжать будем. Интересно, как нас гаишники тут встретят. Что-то меня давно они тут ждут, по-моему. Сейчас будет добрый день. Так. Оп. Здравствуйте.
Я говорю вам здравствуйте. Я говорю вам здравствуйте. Не, это наша ореховская бригада. Мы тут им не нужны. Ладно, что хочу сказать. В общем, говорил я вам, не говорил. В эту субботу уже состоится отличное, как сказать, очень радостное мероприятие. Все вы помните моего друга Михаила, который вот снимался у меня в роликах с рыбалкой. Все, женится, парень уже большой. Он уже все, взрослую жизнь, шаг делает. Уже в эту субботу все, пригласил меня на свадьбу. А сегодня, представьте, я еду, он мне звонит, что там, как дела, где есть, туда-сюда. Говорит, сегодня мальчишник, а тебя нет, почему? Я говорю, а не, я буду. Представьте, вот совпасть так. Я еду как раз, у меня сегодня среда, выгрузка у меня в пятницу. А сегодня мальчишник, и я уже здесь. Кайф, вот это вот прям по душе, когда все так получается. Это отлично, просто вот. Все как надо. Хорошим людям, я думаю, так всегда должно быть. Ладно, время 7 часов вечера, самый разгар. Сейчас паркуемся на стояночку и поедем поздравлять. Все, друзья, малышка, смотрите, на стояночке отдыхает. Ну, а я жду такси. Сейчас поедем. Поедем отмываться. Видите, плохо, что стоянка пыльная, вышел в тапках и все. И тоска на ногах. Жара конкретная. Друзья, ну что, все, я на месте. Вот Мишаня, наш жених. Короче, мальчишник. Сейчас собираемся все потихонечку. Да, по-тихому. По-тихому отпразднуем. И все, будет окей. Че, Мишань, взрослая жизнь? Ничего еще. Я не верю в это. А еще впереди суббота, сама свадьба. Это вообще это самое сложное будет. Ну все, друзья, ладно. Отдыхаем, короче. Выходим на связь утром. Где кончится любовь, Дубай? Девчонки, красотки, мы ловим кайф, кайфы, кайфули, кайфы, кайфы, кайфули, и рядом красотули, и рядом красотули, я в Дубае кайфули, кайфы, кайфы, кайфули, и рядом. Вот он. Короче. Утро наступило, мы в деревне, рыжий спит, мы не нашли воды, мы пришли в магазин, он закрыт, короче, тут колодец, мы вот пьем. Друзья, вообще сушь, ну, кайф, бля. Жить охота. Я представляю себе, у нас тут небольшой ураган был, и вот такой вот у меня тут сюрприз. Просто упало дерево. Зацените. Лягушонок какой везучий у нас. Обалдеть. С корнями. Вообще в уголке дерева растет. Облепиха. Из-за сильного ветра. А вот и все, друзья. Пятничное утро уже. Вчера весь вечер отсыпался. Отзагорался. Весь сгорел. Ну как весь сгорел? Не сгорел, такой легкий загар, ничего не горит, не болит, ну просто. Оттенок принял. Что хочу сказать. Все, погнал я выгружаться. Сейчас выгрузимся, потом поедем, поставим фуру на базу. И уже на легковой, на всех парах помчим на свадьбу. Так что, спасибо за просмотр.